Новый корпус 34-й больницы сдадут на год раньше срока. Это позволит принимать пациентов из других медучреждений, где тоже предстоит большая реконструкция. Мы на сегодняшний день все-таки перевезем сюда больных из тех корпусов, которые на сегодняшний день абсолютно не приспособлены. То есть уже изменились и нормативы, и пожарные, и санитарные, значит, и достаточно большое количество предписаний. Но я считаю, что после этого все-таки нам нужно будет переходить и к реконструкции существующих площадей в том числе. Строительство нового корпуса ведут уже 35 лет. За это время в документах несколько раз меняли высоту здания. В итоге корпус шестиэтажный. На первом этаже будет объединенное приемное отделение для терапии, хирургии и диагностические службы. На остальных этажах будут оказывать хирургическую, травматологическую, неотложную помощь, разместят реанимационные палаты. На медицинское оборудование потратят около 800 миллионов рублей. Это лечебное учреждение, которое оказывает скорую медицинскую помощь жителям левобережной части города, отдельными видами всему городу, а отдельными видами всему населению Новосибирской области. Ну, допустим, токсикологическое отделение, которое работает сегодня на оказание помощи при травмах и отравлениях для жителей Новосибирской области. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.